ты вставал не с той ноги. Ты дебил! Коллеги по работе доставали тебя. Козлы. Ты нервничал. А может быть, даже не хотел есть и спать. Ты худой, нервный, не ешь ничего, одни чаи, гоняешь туда-сюда. Хватит маяться. Окружи себя приятными мелочами жизни и не напрягайся. Добро пожаловать в май. С Богом. Это ваш шанс попасть, так сказать, в большое кино. По-русски очень хорошо. Отключись от забот и смотри ТВ-РУС в мае. Давай зажигать вместе с нами. Май на ТВ-РУС.